У нас уже по лопани вот так вот катаются люди, чтоб скучно не было. Вот так вот встал и поехал. Здорово. Мы нашли кормящую кошку. Пузика висит, видно, только родила. Мы решили ее покормить. Как киса делает? Мяу делает киса. Сейчас она покушает и пойдет своих котят кормить. У нее появится молочко, и она будет кормить котяток. Кошка красивая, кушай, кушай. Всем доброе утро. Я уже на барахолке, уже работаю, уже выкладываю пополнение товара, медальки раскладываю. Немножко раздобыла товар. Людей сегодня много. Ночь была тише, чем позапрошлая. Позапрошлая это вообще какой-то был кошмар. Прошлая я еще спала, а позапрошлая что-то гремело. Ну, я всегда высказываю сугубо свое мнение. Понимаете, я еще живу на районе на таком, слава богу, где не так уж громко. Так, все разложила. Сейчас пойдем сделаем такую мини-витринку, видите? Вам видно. Так что сейчас попробуем что-то заработать. Я встала сегодня очень рано, встала в 5:30, еще 6 не было. Пока собралась, все упаковала, позаворачивала. Там мне новые сегодня хрустальные вазы, я это все упаковала. И потом разбудила Нору, Амирана, накормила всех завтраком, отвела всех к бабушке. Пришла на работу как раз где-то, наверное, было 8:30. В общем, вот так. Кто-то в выходные отдыхает, а кто-то в выходные работает.